В преддверии учебного года родители активно готовят детей к школе, закупая для них весь необходимый инвентарь. Но стоит отметить, что эти ежегодные покупки бьют по карману даже среднезажиточных семей, не говоря уже о тех, кто находится у черты бедности. В связи с этим благотворительный фонд «Инсан» ежегодно проводит акцию «Собери сирот школу», в ходе которой дети из нуждающихся семей получают все нужное для каждого школьника. На протяжении нескольких лет перед началом учебного года сотрудники фонда «Инсан» не стоят в стороне и делают все возможное, чтобы дети из нуждающихся семей получили необходимые предметы школьных принадлежностей. Из года в год неравнодушные люди активно участвуют в сборе денег на проведение данной акции. Акция «Собери сирот школу» является нашей ежегодной традицией, которая проводится в преддверии с 1 сентября, направленной на обеспечение детей из нуждающихся семей и детей-сирот к учебному к обеспечению их портфелями и канцтоварами первой необходимости к учебному году. И дополнительно мы выделяем на каждого ребенка определенную сумму к родителям, чтобы они могли своего ребенка обеспечить и одеждой к 1 сентября. Подобные акции проводятся как в Махачкале, так и в других городах Дагестана. Только в столице республики помощь будет оказана 400 детям. Общая сумма сбора денег на данный момент уже составляет около 1,5 миллиона рублей. Основной целью этого мероприятия, этой акции является обеспечение этих детей всем необходимым для 1 сентября, для учебного года, чтобы каждый ребенок мог с радостью, с весельем пойти в школу, чтобы получал достойное образование и стал достойной личностью в обществе. По сложившейся традиции, после окончания сбора денег, благотворительный фонд «Инсан» проводит праздничное мероприятие, где детей ожидают вкусное угощение и насыщенная развлекательная программа. В ближайший четверг пройдет торжественное мероприятие, в котором будут вручены подарки всем нуждающимся детям. Но сбор средств на эту акцию пока еще не окончен, и любой желающий может внести свой вклад в это благое дело. Абдулла Алиев, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.